Всем по привету! Сегодня я хочу продолжить тему, начатую в предыдущем видео. Я показывала свои украшения, а именно броши, свою небольшую коллекцию. И тогда я сказала, что почему-то не вижу брошки, которые я привезла из Литвы, когда отдыхали мы на курорте в Паланге. Очень красивая, очень симпатичная брошь с янтарем, там с камушками. Сама такая золотистая. И почему-то я нигде не вижу ее, что меня несколько настораживает и огорчает. Но я думаю, может быть, еще где-то поискать ее. Надеюсь, что она найдется. Если нет, то это продолжаются какие-то явления полтергейста. Однажды я уже вам говорила, как у меня пропало кольцо, когда никого не было дома. Была только я одна дома. И сняла кольца, которые были, там у меня, наверное, 4 было кольца, все сняла, и утром я встала, и одного кольца просто не нашла. То есть сразу встала утром, и бегом к тому месту, где были мои колечки, и все лежат, одного нет. Двери, окна закрыты, я в квартире одна. Я даже обращалась к шаманке, и она сказала, что кольцо дома, оно лежит между двумя вещами, и что я его найду, но прошло уже очень много лет, и до сих пор кольца не обнаружили мы все там, вплоть до того, что телевизор вверх ногами трясли. Ну, я рассказывала в одном из своих видео, повторяться не хочу. Короче, кольцо пропало. Ну вот, надеюсь, что барабашка не унес вслед за кольцом и эту брошь. Ладно, как говорится, как говорили в одном известном фильме, будем искать. И нашла я еще вот такую брошь, которая лежала отдельно, не в моей коробочке, а в шкатулке. Вот такая вот симпатичная брошь. Я купила ее на одном сайте в интернете. И мне кажется, купила очень дешево, по-моему, за 3 евро. Вот такая вся усыпанная камушками. Наверное, все-таки основной цвет здесь красный, несмотря на то, что 4 камня таким синим цветом отливают. Но все-таки большинство камней здесь красных. Как мне кажется, опять же, я не специалист, но вот так по виду, по-моему, это не современная брошь. И застежка, вот сама вот эта вот иголочка, она такая уже потемневшая. Ну, такая, знаете, как состаренная, что ли. Да не состаренная искусственно, а просто вот в старых брошах именно вот такие вот темного цвета заколочки. Может, я не права, не знаю. Если кто-то имеет какое-то мнение на этот счет, то пишите, я с удовольствием почитаю, прислушаюсь к вашему мнению. Ну, вот это то, что касается брошек. Я их показывала в прошлый раз. И меня попросили девочки показать браслеты и клипсы. Ну, давайте начнем, наверное, с клипс. Уши у меня не проколоты, поэтому я везде ищу клипсы, где только можно. Начну, наверное, вот с этих. Очень старенькие клипсы. Я купила их лет, наверное, 20 назад. В 90-е годы. Здесь как будто бы даже натуральные камушки. Некоторые, вот видите, уже выпали. Это простые стекла вот здесь вставлены по бокам, по краям. Очень многие выпали. А вот эти вот камушки, ну, по виду натуральные, не знаю. Похоже, во всяком случае, что не стекло. Они вот тут все на месте. Вот такие клипсы. Так, сюда их. Потом есть у меня вот такие серебристые, парочка такая. Вот такие клипсы. Я их пару раз всего лишь надевала, потому что очень уж тугая застежка. Просто час максимум можно их носить, и потом уши уже просто отваливаются. Не потому, что они тяжелые, а потому, что очень больно. Есть вот такие вот клипсы. Такая жемчужинка.
и прозрачный камушек. Вот такие клипсы. И наподобие таких же, только они мельче. Вот такие. Ну, как близнецы-братья. Еще у меня есть такого же типа, только без стеклышка. И такие покрупнее. Крупные такие жемчужинки. Так, что еще? Вот такие вот клипсы. Это современные. Это мне Юля тоже покупала. Они вот такие висячие. На ушках смотрятся довольно хорошо. И очень легкие. Так, их сюда отложим. У меня их немного. Мало, можно сказать. И вот такие клипсы, которые когда-то мне казались просто огромными, сейчас почему-то они мне не кажутся такими уж большими. Они были тоже очень старые. Они были все полностью такие позолоченные. Почему-то они мне вот что-то такое египетское напоминают. Бля, рисунком своим, не знаю. Вот такие. Так, что еще вам показать? Сейчас покажу что-нибудь. Так, а нет, наверное, из клипс больше ничего не покажу. Да, клипсы, наверное, я вам показала все, кроме тех вот больших жемчужин, про которые я говорила. Так, теперь давайте перейдем к браслетикам. Браслеты такие у меня много. Вот такие, которые чисто такие летние, легкие. Которые даже не жалко на пляж взять с собой, одеть. Можно по одному носить. Вот более мелкие, более крупные. Такие прозрачные. Вот такой зеленоватым оттенком. Можно по одному носить. Можно носить их все вместе. Такие браслетики. Вот тоже из той же серии. Ну, это такой золотистый цвет имеет браслетик. А вот этот браслет я выиграла в подарок. Надо было собрать в магазине, не помню уже какое количество крышек от плавленного сыра Валио. И там на выбор они предлагали браслеты из... Три вида было. Из разных камней натуральных. Я выбрала вот эти камушки. Но, к сожалению, уже название забыла. Я знаю только, что вот это розовый кварц. И тут еще два вида камней. Не знаю, может быть, так не видно. Но вот это не розовый кварц. Может быть, это агат такой, не знаю. И вот этот. Здесь из трех видов камней этот браслетик составлен. Вот. Как только я отправила им эти крышки с необходимым количеством, которые оговаривались в условиях, они мне сразу прислали вот такой вот браслетик. Очень приятные такие камушки, холодненькие. Очень мне он нравится, этот браслет нежный. Так, теперь... А, вот еще. Это тоже из этой же серии. Вот сюда. И такой вот браслет с зелеными камушками. Такие сине-зеленые, изумрудные цвета.
Есть у меня браслет вот такой вот. Это подарил мне мой бывший воспитанник. Он ходил в какой-то кружок такой, где занимались рукоделием. Причем это мальчик. Он вот таким вот, как сказать, плетением браслетов, что ли, да, увлекся. И вот из такой вот, видите, это такая нитка, наверное, шелковая или... И камушки Сваровски. И вот он мне этот браслетик сделал. Тут завязывается по размеру на руке. Такой браслетик. И в таком же стиле, ну немножко другой стиль, конечно, у меня есть вот такой вот браслет рокерский. Иногда я надеваю куртку-косуху, этот браслет, и все, я уже себя ощущаю по-другому. Как одежда и аксессуары вообще влияют, да, на человека и меняют его на какой-то момент, хотя бы на момент ношения. А вот еще забыла вам показать вот эти клипсы. Я их еще, видите, даже не доставала отсюда. Тоже купила в интернете. За 3 евро. Они, по-моему, сначала 6 стоили, потом она их снижала, уценяла. И вот продала мне за 3 евро эти клипсы. Вот показываю, что клипсы, не обман никакой, не серьги. Ну, это такой, наверное, вечерний вариант все-таки больше. Так, вот этот браслет из перламутровых ракушек. Я купила его в Израиле в одном православном монастыре. Монашки сами его изготовили. Очень он мне нравится. Я вообще люблю перламутр. Уже в прошлом видео я об этом сказала. Вот такой вот браслетик. Я еще привозила, покупала в иудейской пустыне тоже браслеты. Когда приехала, я снимала и показывала. Их я подарила Юленьке. Надо посмотреть, спросить у нее, где эти браслетики. Потом вам тоже можно их показать. Так. Вот такой вот браслет есть. Тоже довольно интересный. Это, по-моему, тоже розовый кварц. Так. Такой браслетик. Вот этот мне очень-очень нравится браслет, но... Вон, видите, стерся уже, стерлась краска серебристая. Эти все в порядке, остальные части. А вот с этого серебристого шарика стерлась краска. Очень мне жаль. Если на руке еще можно как-то перевернуть вниз, чтобы не было видно, то вот точно такие же бусы, это комплект был, там... Уже его никуда не спрячешь, он на виду, и тоже точно так же краска с него слезла. И вот такой браслет у меня. Он, это имитация под янтарь, к летней одежде очень хорошо подойдет, такой теплый. Солнечный свет, не знаю, цвет передает камера или нет. Вот сейчас я смотрю через объектив, как будто бы не видно. На самом деле он более желтый. Более желтые камушки вот эти все. Не очень, но все-таки более цвет насыщенный, чем через камеру. Может быть, на экране будет и по-другому смотреться. Вот такой браслетик. Девчонки, как он называется? Я забыла. Вы все знаете, как называются такие
браслетики, я уверена, что знаете. Напишите мне, пожалуйста, потому что я знаю, он имеет название. Тоже очень такой приятный, симпатичный браслетик. Вот этот был красивый, но он сломался, к сожалению. Но тут можно починить, я думаю. Разные на нем. Тут и шарики есть, и сердечко, розочка. На руке довольно мило смотрелся он. Надо починить. У меня есть леска специальная для украшений. Так, это... Ой, извините. Стул у меня тут гремит. Так, вот такой вот браслет мне нравится. Леопардовый. С соответствующей одеждой. Смотрится очень-очень-очень хорошо. Я бы надела на руку, но... Слушайте, поскольку пока не монтирую, снимаю все одним разом, без дублей, как говорится, то вот так вот только. Только вот так могу показать. Так, такого же типа есть у меня красный браслет. Вот такой вот черный с белым. Такой браслетик. Так, ну, богатство тут разложило на весь стол. Сейчас еще покажу. А вот такой браслет мне, по-моему, дарила коллега.